Преподаватели, языковеды и методисты казахского языка приняли участие в республиканском семинаре-практикуме. Мероприятие организовано Центром развития языков города Саарани и Акиматом. В качестве спикера на семинар-практикум пригласили инструктора Департамента казахского языка и тюркологии Назарбаев университета, магистра преподавания английского языка в иноязычных аудиториях Самал Абжанову. Участникам рассказали о методах и приемах повышения речевых навыков, формирования лексических навыков обучения казахского языка. Сегодня на этом семинаре я рассказываю про развитие речевых навыков посредством дискурсивного анализа, как вести диалог, как учить детей разговаривать. Сегодня я поделюсь этим с участниками этого семинара. Во время обучения преподаватели, языковеды и методисты казахского языка получили много полезной информации. Были продемонстрированы лучшие платформы и лайфхаки, используемые в обучении к языкам. Участники также обменялись мнениями и задали интересующие вопросы столичному спикеру. Помимо языковедов Саарани, в мероприятии принимают участие преподаватели и методисты казахского языка других регионов, преподаватели казахского языка школ и колледжей города. Это мероприятие проводится в честь десятилетия Центра развития языков города Саарани. Помимо этого, проводится ряд других мероприятий, приуроченных к юбилею. В завершении мероприятия всем участникам семинара-практикума были вручены сертификаты. Динара Сартаева, Арген Абдукаримов, Бульдерген Асыгат, телеканал Сарарка.